Всем привет, меня зовут МДЖ Рамон, и добро пожаловать в дальнейшее прохождение Don't Starve Together. Да, всем привет. Да, я все еще бегаю вокруг костра, все в порядке. Я безумно робот. Я все-таки отойду от тебя подальше. Ну не, давай мне. Хватит приближаться ко мне. Ты как это? Я больше не притягиваю молнию, все, успокойся, все в порядке. Ужас какой. Наш друг и наша любимая женщина... Призрак. Славик Одессит все еще спит где-то там. Скоро он вернется. А мы с вами отправляемся исследовать окружающую территорию. И посмотрите, на градусник уже ничего так, как бы, нормально, да? Ну, я думаю, да. В принципе, по идее, можно даже попробовать переодеться. Вот я сейчас и попробую. А вы помните, ребят, я мрамор собирал, и вот я сделал себе веревочки. Смотрите, что у меня сейчас получится. Мы заходим в файт. Заходим, если... Нет, не в файт, подождите. Куда-то мы заходим. Survival? Что ж такое-то? Я с первого раза в тот раз нашел, теперь не нашел. А ты подойди к другой машинке. Ты возле... Стою? Да, во-во-во. Ох, уже тут, блин, Don't Starve. Так. А действительно. Файт. Ниже. Выше. Где-то здесь есть то, что я ищу. Я надеюсь, это произойдет. А там она в броне, там после всей брони, там самая нижняя идет Marvel Suit. Marvel Suit, да. Нужно... нужно 12 мрамора. Да, у тебя сколько? У меня всего 7. Чуть больше половины. Тьфу, ну пошли искать дальше. А, черт возьми. Ну надо тогда с собой какой-то еды взять, наверное. Хоть ну, кстати, что-то. Да, то, чтобы не питаться там. У нас тут, кстати, мяско портится. Его приготовить. Что-то я уже... Ладно. Слушай, у нас действительно много мяса. И мы с вами сегодня, ребят, отправимся доисследовать вот эту территорию. Мы здесь... Я не уверен, найдем ли мы еще что-то, но здесь есть такой большой участок, где мы еще не посмотрели, что здесь происходит. И тут еще и какие-то грядки есть. То есть, если по дороге идти, то чуть ниже по дороге такие какие-то полосы имеются. Странные. Странные формы. Это то же самое. Там же там где росли деревья. Да? Это разве оно? Ну да. Место? На, покушай немножко. Тут голодный. О, спасибо. Я тебе сегодня буду вместо Славика, как домохозяйка. Это робот дворецкий. Какие у тебя функции есть? Пока что все функции до конца не открыты. Пока что он может только готовить и поедать эту еду, которую готовит. Ты лишь недавно осознал себя как личность, да? Да. Но... То есть, буквально, сколько у нас там 37 дней назад? Такое дело. Вечер уже на дворе. Ну, я не знаю, мы можем отправиться вечером. Какая разница, в принципе, разобьем костерочек, посидим. Главное, чтобы всего хватало. Я, пожалуй, порублю деревья, на всякий случай. Не, ну я могу... Метеориты опять летят. Они всегда там летят, все в порядке. Это уже привычно. Я, пожалуй, отойду отсюда. Кстати, есть немножко ягод, мне надо. Для еды. Нет. У меня есть морковка. Ладно. А, у нас же тут ягоды поспели. Все в порядке. Так, это у нас будет топливо. А это у нас будет что-либо для разжигания костра. Хорошо. Все неплохо. То есть ты хочешь ночью уже идти, получается? Нет. Ну ладно, давай тогда днем пойдем. Потому что я как раз пока сейчас закончу с едой. Чтобы мы там не голодали. Ну давай, хорошо. Но ночью вы, ребят, видите, да, что чем темнее становится, тем холоднее пока что будет. Лето еще все-таки не наступило. И наступит оно к 40-му дню, да? Ну, дня через 2, через 3. Будем на это надеяться. Тогда встретимся утром, получается. Ну. Наступает утро, и наступают новые проблемы. Мы слышим гончих. А, они чувствуют нас. Ты мраморную броню так у тебя и не скрафтил. Так надо же мрамора еще. Где его тебе найду, этот мрамор? Я думаю, нам надо где-то найти какого-то защитника. Каких-нибудь свиней, бифала или что-нибудь. А если мы от этих гончих вот сюда прыгнем? А я не знаю. Но пока они не появились. То есть, если мы прыгнем, они заспаунятся там. Ну да. Но вот они спаунятся, а мы такие... И ушли. Я не знаю, но тебе придется потом жить с очень нервным роботом, потому что мне так плохо по рассудку. Ладно. Но это единственный план, другого у меня нет. Так. Вон она. Я побежал. А, черт возьми. А, вторая пришла.
Прыгай, прыгай внутрь. Ты прыгнул уже, да? Да, 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 я уже улетел. Ща, я иду. Третье, четвертое. Да прыгай же! Ладно, я прыгнул, у меня очень мало здоровья, 15. И... Ух. А знаешь, что я забыл? Я забыл еду. Это проблема. Нет, тут огонь, тут все горит. О, огонь, все горит, они злые. Это наш шанс, Турбо, это наш шанс выжить против гонщих. Пусть они там... А гонщим по барабану на огонь, я смотрю, да? Это совершенно? Адские гонщи, они... Это вон, адские, слово адские как бы намекает, я понял. Да, то, что они как бы дружат с огоньками. Ага. Все нормально, вон, свиньи воюют с ними, все в порядке. Хорошо, так, нам повезло, что они здесь были. Нам повезло, что я предложил прыгнуть в эту червоточину. Это, кстати, да. Так, но клюшки, давайте. В панике мы забыли еду в лагере. Так вот, тут есть это... А, это кушать не стоит, да, насколько я знаю. Мясо гонщик. Да, не надо. Кстати, мы не так, чтобы далеко от нашего лагеря. Кстати, здесь есть мраморные деревья. Ты можешь, кстати, скрафтить себе броню. Где это кирка есть? Неплохо. Скрафчу, чё? Окей. Ну, тут флинта повсюду. Так, о, отлично. Я так понял, мы здесь когда-то уже были, потому слушай, что здесь... Слушай, как мы выжили? Вот мы должны просто поблагодарить судьбу за то, что мы выжили, если честно. А, нет! Да, беги! Зачем что я это сказал? Не беги к свиньям! Отстаньте. К свиньям беги! Где свиньи? Кто-нибудь! Кто-нибудь! Убейте их! Гончие посягают на твое потомство, Бифала! Сделай что-нибудь. О, господи. Все, я ценой своей брони победил их. Все в порядке. Все, и нормально. Рассудка. Так, а может мы это, пособираем лут и дроп? Мяско? Ну, да. Мяско я не знаю, чтобы особо нам нужно было. Я могу его... Какашки можешь пособирать, это пригодится. А я мяско пособираю, у меня есть как раз... Я вон скормлю его свинюхи, чтобы были ближе к ней. I follow, I your friend. Ты какашки она просто, будешь она... собирать? Нет, у меня места на них нет. Она просто будет регенерировать судок теперь. Ты как бы чувствуешь себя в безопасности? Да, я чувствую себя с другом. Ладно, я поломаю это, я не знаю, эту арт-инсталляцию. Но не уверен, что... Злой цветочек. Не уверен, что накоплю здесь нужное количество. Ну, сейчас посмотрим, ребят. 11. Свинья, давай дружить. Рамон, тут проблема. Тут еще одна гончая застряла. А, по-моему, это не очень-то и проблема, что она застряла. Просто со временем она тут вот выберется. Не-не-не, все, мой друг свинья воюет с ней. Слушай, вот западло. Мне одного мрамора не хватает. А там может эту статую большую поломать. Она тоже из мрамора. Да? Мой друг погиб, Рамон. А, тебе нужна помощь? Нет, она застряла все еще. А, нет, показалось, Рамон. Так, и у меня, правда, здоровье 15. А, нет, все в порядке, все в порядке, расслабься. Ей все равно. Все хорошо. Это гончая. Не все равно. Ей не все равно. Че ж ты обманываешь? Как это гончая может быть все равно? Я еще задумался такой. Гончий все равно. Блин, еще и ночь наступает. Это может быть большой проблемой. Не, нормально. А часа ты не ломаешь? У тебя нет так кирки? Так гончая же была. А-а-а. И у меня как раз кирка закончилась сейчас. Ух ты ж, господи, боже мой. Вот все я не так, слава богу. Я так понял, тебе тоже плохо с рассудком. Так, сейчас. Давай. О-е-е! Отлично. 16 мраморов. Валим отсюда. С едой. Черт, это проклятое место. Еды в лагере полно. А со здоровьем проблема, конечно, покрупнее. Со здоровьем нужно будет что-то решать. Ну да, умирать тебе не стоит. Ягоды хочешь? Ну, у меня есть место под ягоды. Держи. Так, где там дом, милый дом, весь в метеоритах? Мы недалеко. Все, вот и он. Итак, друзья, давайте попробуем скрафтить наконец-то вымученную просто броню. Файт и Marble Suit. Так, а вот это вот тебе. Смотри, я выгляжу прям какой-то, как знаешь, средневековый рыцарь такой.
Борода? Бородень, да. Да ты просто викинг. Подожди, сейчас вот топор тогда возьму в руку, вот. Вон, Рамон, у тебя... Наверное, викинги кричали не так. Ну, очень похоже, кстати, на них. Вон, кстати, Рамон, у нас высохло мяско, ты можешь пойти его съесть, оно все восстановит очень сильно. Ух ты, это просто замечательно было бы. Сейчас, подожди. Можешь съесть все три штучки. Я сейчас положу сюда вот это. Это нам уже не нужно. Да, я в холодильник положу это звериное, это монстр мид. Вдруг пригодится. Так, Драйан Рек. Давайте посмотрим. Джорки. Ну, еще так пополнила, но, наверное, мне придется сожрать еще одну. Ты съедай все, если надо. Не-не, мне нормально. 55 здоровья, чуть меньше половины. Я и не с таким количеством здоровья выживал. Как знаешь. Ладно, не буду рисковать. Я чувствую, что потом я могу задаваться вопросом, почему я не съел тот джорги? Давайте съедим это все. Хорошо. 75. А тем временем у меня рассудок упрестился уже до 39. Скоро робота начнет крыть. Тебе что-то нужно придумать. А как восстановить? Я не знаю. Мне нужно съесть шестеренку. А шестеренок здесь нет. А гланды тебе, может, еще помогают? Не, это рассудок, это не здоровье. Гланды не помогут. Ну а что ты там, рассудок же, а цветы? Скоро будут цветы. Мы все цветы в округе собрали, они просто так не растут. Но... А вдруг? Это новое лето. Вырастут новые. Нет, это совершенно не так работает. Поэтому... Не печалься, роботик. Найдем. Поэтому роботу скоро станет очень плохо. Робот будет видеть монстров. Я даже не знаю, чем тебе помочь. Я не знаю, мне уже ничего не поможет. Я просто бедный робот. Мне нужна, по идее, хорошая шапка из пауков. Вот она мне будет помогать регенить мой рассудок. Слушай, а тут, оказывается, можно дом построить, что ли, или что? Ну, есть, ну, в принципе, стены можно поставить, пол. Стены, пол здесь есть, да. Ну, это очень тяжело, как бы. А что это мы как бомжи до сих пор живем? Ну, потому что мы такие и являемся, как бы. Ну, ладно, прими свою судьбу и живи спокойно, да? Да. Окей. Мне надо где-то найти болото, зеленые грибы, чтобы, как бы, жить. Как, слушай, я реально медленный в этой броне такой. Ну да, она такая вот, ух. Ну, она защищает просто обалденно. Как понять, что лето наступило? Это когда на термометре будет максимальная шкала? Ну да, это уже будет совсем лето. Угу. Погнали, нам надо найти болото, потому что зеленые грибы растут на болотах. Нам или надо найти пауков, чтобы я скрафтил себе шапку. Или нам надо найти болото. Погнали, ты там говорил, ты нашел какое-то место, которое... Ты можешь пока снять броню, пока мы не воюем. Я так себя спокойно чувствую. А, нет! Не буду снимать броню, нет, ни в коем случае. Так, где-то летит уже. Там тебя слышу. Слушай, у меня с рассудком все в порядке, я почему-то все равно вижу тени днем. Ну, может быть, это мои. Может быть. Неужели у нас с тобой такая крепкая дружеская связь? Ну, мыслим одинаково. Сейчас, ладно, я... Ей, я быстрый, голый и быстрый. Беги меня, голый беги. И свободный. А куда тебя везти? Что это? Что? Я не знаю, ты говорил какое-то скрытое место. Через мост мы там еще... Так мы и налево, если пойти сразу отсюда. Ну, пошли налево. Давай, веди. Нам надо найти, как бы, болото. Потому что на болоте растут зеленые грибы, которые очень хорошо восстанавливают рассудок. Ну, идем. Или нам надо найти механизмов. Я могу, в принципе, разобрать наш холодильник, чтобы поесть с него, но это не самое. Я тебя разберу, холодильник. Ну, это, как бы, не самая лучшая идея. А злые цветы не поможет, да? Нет, они, наоборот, усугубляют ситуацию. Ну, я как бы... Я понимаю, да, что слово «злые» может означать лишь одно, но стоило спросить. Зло! Добрый вечер. Цветочки! Цветочек, смотри. Грибочки. Это эти грибочки? А, эти зеленые. Нет, зеленые, красные. А вот и пауки. Ну, я не знаю, как, значит, стоит ли нам врываться в третье гнездо, как бы, гнездо третьего уровня, оно как бы злое чуть-чуть. Понятия не имею, как ты понял, что это гнездо третьего уровня. А, ну, видишь, оно как бы в три кокона на нем. Оно большое. Окей. Ну тогда ищем грибочки. Похоже на болото, вроде бы, частично. Не, это не злой болото. Лес. Ладно. Короче, зря я тогда могилы копал, чувствую. Может быть. А вот еще могила, хочешь выкопать? Не, спасибо. А я копну.
И сейчас. Она, по-моему, выкопана. А, точно. Да, мы тут уже были. Определенно, да, как-то. Как-то мы определили, то, что как могилы все раскопаны. Стоит вот этот вот дурачок, пялится на какашку и очень волнуется. Он, посмотри на него. Смотри, такой сейчас. Пойди. Куда? Так надо было ко мне гнать. Про вот этого. Так, погоди, я могу его поджечь, но, правда, в лесу это не самый лучший. Да ладно, давай грибы тебе уже искать дальше, то сейчас опять отвлекаемся. Но вот здесь мы уже не ходили. Вот мы сейчас заходим с тобой на территорию, где мы не были еще. Да, кстати. Ну, пошли. Вот цветочки еще. Да-да-да. Ну, я рассудок потихоньку подымаю. Все в порядке. Вон еще там, по-моему, выше цвет. Не, это не цветочки, нет. В идеале, конечно, зеленый гриб. Ну, зеленый гриб, он как 3 цветочка. Ну, пока ищем грибы, насобираем цветочки. Все нормально. Все, порядок. У тебя как-то, как по рассудку там? Да я почти фуловый. У меня 145. У меня все хорошо. Ага, зеленый гриб. А у тебя есть лопата? Ладно, сейчас короче. Есть. Ну, давай выкопаю. Сейчас. Да ладно. Пробелом проще. Смотри, сколько грибов-то. Но их готовить надо, да? Да, их надо приготовить. Их можно, конечно, и такими жрать, но как-то будет эффект, по-моему, другой даже. Веселый. Не, все, по-моему, с рассудком мы разобрались. Собирал грибов. Но может, их не хватит? Не-не-не-не, я чувствую, мне хватит. Так, я, ладно. Я, знаешь, так, мой... А вон еще цветочки. А вот еще грибы. Смотри, сколько грибов. Мы, скажем, опытный роботов взгляд говорит, что не хватит грибов. Окей. Ладно, здесь прям такой остров, нам придется долго идти, чтобы, ну, обходить снова же. Сейчас. Ну, не знаю, иди. Сейчас я морковку соберу. Или нет. Я ее просто съем на... вот так-то, все, хорошо. Всех на глазах. Вон еще грибы. А, ну я их так пособираю, их не выкапывая. Может быть, когда-нибудь мы сюда вернемся. А если я буду ломать этот домик, Хрюндель обидится на меня, да? Да, он злым станет. Ну ладно, тогда пойдем домой. Так, просто было интересно. Мы дошли до конца? Ну, или просто ночь уже наступает. И... Но мы можем здесь заночевать, в чем проблема? Можем, тогда идем дальше. Идем дальше. Изучать пространство. Мы просто так особо далеко от дома не отбежим с такими нашими походами. Ну да, но ух ты. Мрамор. Эх, здесь механизмов нет никаких. Давай я тебе пособираю на броню. Хошь? Ну, кстати, можно. Давай, ты у нас как главный держатель мрамора, монополист. Я специально демонстрирую, что это очень тяжелая работа, чтобы ты по максимуму оценил мои усилия. Я тобой горжусь. Спасибо, я дорогая. Уважаю тебя. Мы тут, ребята, определили, что сегодня все-таки робот выполняет функции хранителя очага. Хорошо. Ну, мы это, имеется в виду я, конечно же. Мы Петр Первый. А, поешь цветочков. Что-то как-то очень темно. Ща. Прости, статуя, я должен это сделать. Итого 11 мрамора, еще 3, и тебе будет мега крутая броня. А, то есть нам не хватает, да? Ну, конечно, не хватает. У 14 мрамора-то надо на броню. Очень много. Очень. Да, дофига. Такое место интересное. Ну все, у меня просто практически полный рассудок. Но... Если что, я и тебе грибов запас. Отлично. Видишь, справились с поставленной задачей. Я, правда, наверное, исправлю некую проблему с пищеварением и питанием. Но если посмотреть на карту, мы с тобой проделали за эти две последних серии большую работу. Ну да, конечно. Мы это я процентов думаю... 50 еще карты открылись за этот период. Ну, я бы не сказал, потому что у меня тут было немного больше открыто, но где-то так. Смотри, я наевшийся. У меня здоровье чуть выше половины. Рассудок падает, правда, но ничего, день наступит, все будет хорошо. И
Возможно. Мы просто готовы к путешествиям. Возможно. Кстати, поешь цветов, они тебе восстановят рассудок. Ой, этот здоровье. Ешь. Ой, здоровье это пополняет тоже. Ну, они потихоньку понемножку, но пополняют. Я не знаю, как это работает, но. Просто прими это. Лепестки, лепестки, лепесточки. Окей. Может, из цветов слизываешь какую-то полезную пыльцу. Я или не знаю, просто... нет. Ну, я... да, вот опять-таки, просто прими. Просто, да, прими свою судьбу. О, вот это вот, да, вот это вот. Может быть, ну их, а? Иди ко мне, моя могилка. That's my name написано. И на это написано. Короче, я так понял, у нас с тобой одно имя. То есть, потому что на одной и той же могиле у нас написано... У тебя есть место? Да. Вот тебе Red Gem. Благодарю. Как же без него? Так, и... Шипальца. Это тоже надо или не надо? Нет, это мусор. Так, ладно, копну еще одну и хватит. Могу у тебя спросить, сколько у тебя рассудка? Ух ты, Blue Gem. Прикольно. Моё. Рассудка 98, я же говорю, все, больше не буду, да. А он, кстати, эти, паучки. Давай их завалим. Да, ай, давай. Ай, страшно-то как. Слушай, как-то это чуть-чуть под тебя не попадаю даже. Хорошо, что у нас этот PvP отключен. Иначе б я, наверное, получил и дал заодно. Сейчас мы воевали бы не только с паучками. Ну да, похоже на то. У тебя, я так понимаю, нет места на гланды, да? Сейчас я сожру ягоды. Хороший план. На тебе одну ягоду сховай. Я тебе больше скажу, мне... Готовую, окей. Да... Выкинь гадость. Мог бы их даже съесть. Так, ну, подбери, у тебя на гланду нет места, что ли? А где ты их видишь? Где-то валяются? Ну, вот они. Я могу отдать тебе вот это мясо. Не надо, у меня места по нему нет. Но оно нам не нужно, да? Ну, там, по-моему, в рецепте какого-то блюда участвует. Это мясо. Да? Ой, свинюха его съела. Ну, ладно, пускай ест. Приятного. Ну, вот, видишь, пригодилось. Ну что же, друзья, я думаю, что на этом мы нашу серию заканчиваем, и похоже на то, что совсем скоро наступает лето. Лето. Да, я думаю, уже лето. Вожделенная леточка. Но тут очень много могил, это, конечно, могло бы нам быть на руку, но, знаете, я не хочу лишаться рассудка. Чё ты как-то бегаешь такой весь? Он как-то агрессивно выглядел, этот паренек. Ну, он за мной просто бегает. На я его прикормил. Даже, да, я даже испугался. Бежит прям на меня. Поэтому встретимся с вами в следующей серии. Там, кстати, еще один остров чуть выше. Ну, не остров, может быть, но... Что-то через реку. И там все зелено-зелено. Можно будет там поизучать. Но это будет как-нибудь потом. На этом я с вами прощаюсь, Турбо. Да, всем спасибо за просмотр, всем пока. Меня зовут Амиджа Рамон, и мы здесь закончили. Пока. А это наш новый Славик Этиси. Попрощайся. Йо-йо-гуд.